Сегодня мы здесь с концертом музыки, старинной музыки времен Андрея Болотова. Очень приятно, что выдалась такая возможность играть в таком месте, потому что здесь все приятно, и природа, и люди приятные, и камерная такая обстановка, как раз которая очень подходит для исполнения старинной музыки, таких маленьких камерных составов. Болотов был сторонником употреблять в пищу те произрастания, те травы и овощи, которые растут в окрестностях. И, в общем-то, вот эта идея проросла. Росла долго, 20 лет, появился Марко Лев, волковорский ресторан. Капуста – это вообще то редкое растение, у которого существуют виды, представляющие все части растения, вообще все. И вот у нас на этих грядках осталась немножко кочанной капусты, листовая. У нас была совершенно потрясающая брюква, цветная капуста, брокколи. Ну и уж мы не посадили, конечно, брюссельскую, потому что ее не было в списке Болотова. Ну, вообще, конечно, когда едешь в Тульскую область, совершенно не ожидаешь тут ни высокой кухни, ни барочной музыки, ни инструментов 18 века, ни такой насыщенной жизни с кучей молодежи, с кучей каких-то современных людей. Я очень надеюсь, что все получится и у Марка и Льва, и у Циферблата здесь. Я думаю, что все будет хорошо. Благодаря вот знакомству с кооперативом «Марк и Лев» мы будем делать такое уже прям село Циферблат. То есть будет дом стоять рядом с домом, не знаю, можно где-нибудь полазить, во что-то поиграть. Там будут какие-то мастерские, фестивали, концерты. Мы хотим поставить маяк, паром через озеро, которое у нас тут есть. Построить дом на дереве из старых окон и так далее, и так далее. То есть такой Циферблат в масштабе, не знаю, там 100 гектаров земли, вот, и, собственно, мы будем развиваться, исходя из того, какие люди есть, какие люди хотят в этом участвовать. Наверняка у всех есть какие-то навыки, идеи, и это все можно здесь реализовывать.